Дети, оставшиеся без попечения родителей по поручению губернатора, а также по программе «Жилище», получили квартиры. В Щелковском историко-краеведческом музее состоялась торжественная церемония вручения ключей, постановления администрации муниципалитета о предоставлении жилых помещений. Лично поздравил щелковцев с новосельем глава округа Андрей Булгаков. Сегодня большой праздник для вас. Мы получаем в разных уголках нашего города квартиры. Я надеюсь, что основное это не в квадратных метрах, а в вашем желании жить в Щелково, в нашем городе, развиваться, быть, значит, востребованным и вместе с нами, работать с нами, с нашей командой. Всего же в этом году было приобретено 23 квартиры. 6 из них уже были предоставлены сиротам ранее, и теперь еще 13 детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи.